И всем привет, дорогие друзья! С вами я, и мы продолжаем играть в The Assassin. Пай, следи за ним, все. Señor, disculpe, pero ¿por qué tenemos que entrar ahí? ¡Nos que entrar ahí! La mayoría de la flota. ¿Estás cuestionando una orden directa, soldado? Пока что норм. No, señor, pero es que... Bien. Baja el arma. No tienes escapatoria. Atención. Ага, как же. Чтоб вы пристрелили нас, как остальных? Чёрт, от того! Там пираты какие-то спорят. Блин! Блин! He oído historias sobre ellos. Espero. ¡Ay! ¡Señor! ¡Sí, señor! Блин, да какого фига меня обнаружили? Ладно, давайте заново. Это уже 12 глава, она очень сложная. То есть, это предпоследняя глава. Мы ее проходим, я не посмотрел. Можем даже с вами сейчас посмотреть. Воспоминания 03. Часть 12. 0% синхронизации. Ладно, давайте. Погнал. Señor, disculpe, pero ¿por qué tenemos que entrar ahí? Кстати, я сегодня собираюсь купить игру Rouge. Очень интересная игра. ¿Estás cuestionando una orden directa, soldado? Ничего. No, señor, ничего, просто que... собираюсь купить. Bien. Тихо. Atención. По новой. Yes. Не падай. Calla. Un rumor acaba con la confianza más rápido que una bala. Ni menciones. Он сказал Катя или кто? He oído historias sobre ellos. Espero. Ya, ya, asesinos. Ahí, vosotros dos. Cerrad esas bocas antes de que os las tenga que cerrar yo. Se ya пока слежу мне норм. Кто это, блин? Это какой-то этот. Какие-то чуваки. О, Dios, ahora qué? Морд! О, Боже! Ах ты, тварь! Gracias, señor. Esos prisioneros. Cállate. Bien. Continuemos. Cállate. Seguidnos. Y esta vez no vayáis a meter la pata. Блин, за мной следят. Очень... Все, заснул. Красавчик. Все, давайте. Эти уже там. Блин, страшно-то. Ладно, это сейчас проснется, может, так что я вот лучше добью. Все, помри. Все. Ладно, тут больше вроде никого нету. Нет, есть. Но он там далеко. Тоже пока. По... Нет, не спи, не спи, не спи лучше. Поспи. Теперь да. Теперь, когда ты меня заметил, лучше ты будешь спать, чем мешаться. Все, пошел. Так легко это перемахивается. Песенка!
Уйди, тихо. Супер. Песенка улетела вроде, да пофигу. А, они убегают, не уходят. Кто-то кого-то расстрелял. Yes. Избегайте стычек, да вообще. Хорошее задание. Я чуть-чуть не дошел. Так, мне надо как-то опять на то дерево залезть. То есть это далеко, то есть это хорошо. Это там. What the fuck? Да, все. Супер. Теперь вот по этим фигням. Натя. Все, ладно, ну что? Там еще один. Сучара, вас там много. Санто, где твои? Моя молодец. Все, так, нам надо туда, да? Там мы не будем обращать внимание. Листо пора диспарар. Поспи. Ладно. Пусть. Скажем так, что я его убил. Все, и нам надо теперь туда. Тихо! А ты была виста! Уйди, мы тут на такой опасной локации играем. Все. Тут я расчистил. И куда он пошел? Окей, я тут посижу пока. Я могу вот сюда перебраться. А, вот, всё. Та-дам! Ну всё, Торрес. Не он! Чёрт! Ещё разок. Эль... А ты, оказывается, хитёр. Ты сучка. Может, постреляем? Блин. Как-то тут неудобно управлять. Именно вот в этой локации. Тебя и попасть-то трудно. Скажи, а пуль ты боишься? Там мне стрелять. Ящики с оружием. Ящики с оружием. А, вот. Пополнить боезапас пули X8. Фехтовальщик, ты сильный. Бегаем. Все. Отлично. Вряд ли от тебя отскакивают пули. Отскакивают, я только что проверял. Твоего друга я убил? Ты меня почти убил, это же нечестно.
контратаковать там было. Ладно. Бегаем. Бежим. Так. У меня чуть больше жизней. То есть я думаю, что мы побегаем и все будет норм. А! Я умер. Нет, я не умер. Мне просто все жизни отнял. Все норм. Так. Испугался. Извините, я просто... Просто корова хорошая. Хорошая. Ладно, мы продолжаем. Продолжаем. Ой, он меня как вынес, он вынес. Давай за живого щита мне! Ты, оказывается, хитер. Убегай! Может, постреляем? Yes! Конечно, ему много. Мне вот тут стрелять-то надо тоже очень-очень много. Ай! Сбегайте, битв! Почему я сдох? Окей, сейчас мы тут все победим, мы победим этого ассасина. Assassin's Creed. Я пройду этот Assassin's Creed, это мой первый скрит. Это будет мой крутой скрит, уйди от меня, я тут ящик беру. Фехтовальщик, ты сильный. Ай! Сучечка. Сейчас я убегу от тебя. Скажи, а пуль ты боишься? Да он вообще нифига не боится. Убегай! Ну вот тут не круто. Он мне все сносит, это вообще не круто. Миссию не продумали. Но мне уже сказали, да ну нафиг. Кстати, инкогнито, да? У тебя как в этой игре, кстати, инкогнито, пока они за тобой бегают. Убить их. В тебя и попасть-то трудно. Почти. Вряд ли от тебя отскакивают пули. А! Я сдох! Почему? Ладно, меня убил обычный солдат. Это сейчас все будет, сейчас мы победим. Я так думаю. Опа! Оказалось, можно! С первого раза! Мог бы ты говорить, я бы с радостью тебя выслушал. Ты меня унизил. Кто я это? Усвоил тот неприятный урок и стал лучше. Умри, зная, что нашей враждой ты помог негодяю стать солдатом. Обрети же вечный покой среди мертвецов. Мама, философская фигня. Ой, бля. Все, побежал. Всех растолкал, побежал. Опа. Сейчас убегай. Ассасин. Мне страшно. Убегаем. Ты меня задолбал. Очень. Собачка, побежали. Бля, все, убегаю. Тут меня один солдат тут задолбал, остальные все норм.
¿Crees que puedes despistarnos? Сейчас мы скроемся, подождите. Алто! А какой инкогнито? Тут невозможно стать инкогнито. Убегаем. Одно слово, убегаем. Adelante. Ах ты. Окей. Бежим, бежим, прыгаем, прыгаем, бежим, бежим, прыгаем. А у них тут везде тюрьмы, что ли? Папа чье-то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 
tiro. Blanco claro. Tengo línea de tiro. Intenta dejarnos atrás, tu canón. Всё незалетненько. Еее. 222 метра. Это же пи***ть как долго. Ну окей, побежали. Тихо. Ладно, побежали снова. Юху. Сейчас мы тут наворотим-то. А, да, вот так лучше будет, я думаю. Начали. Окей, все. Ладно, мы залезли. И теперь мы... О, там фигнюшечка. О, фрагмент. Гаванна. Гаванна, я думаю, снова. Простите. Ладно, и на этом мы, наверное, закончим. Так что, всем спасибо, всем пока, ребят. С вами был Расти. Удачи. Все, и скоро мы продолжим. Да, пройдем наконец-то этого ассасина, потому что он меня уже достал. Не то, что достал, но просто игра должна... У игры, то есть, должен был быть конец, а вот у ассасина его почти я никогда не наблюдал, так что хоть первый раз пройду, да. Давайте, все, пока-пока, ребята, удачи.